Дорогие друзья и коллеги, хочу присоединиться к тем поздравлениям с Новым годом, которые, я уверен, звучат в ваш адрес, и сказать всем о том, что я надеюсь, что этот год был, хотя и непростым, и у нас было много-много всего, мне кажется, за этот год среди того вала бумаг, суеты, сомнений, тревог, мы в этом году старались нащупать те принципиальные вещи, от которых отступать нельзя. Мне кажется, следующий год будет годом бурных содержательных обсуждений и годом, в котором мы действительно нащупаем некий новый уровень задач, которые говорят об изменениях в образовании, действительно видных, значимых, заметных и прорывных, что может быть самое главное. Потому что база для этих изменений создана, а впереди много-много тяжелых, но крайне интересных дней работы. Хочу пожелать всем упорства, здоровья, это тоже немаловажно, и хороших результатов. С Новым годом!